Всем привет, друзья! С вами Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Walking Dead. На этот раз последний эпизод, эпизод 5, время на исходе. Что ж, заставка достаточно обнадеживающая, не внушает оптимизма. Напомню, что Ли в прошлой серии укусили, и, насколько я понимаю, лекарства пока не придумали. А это значит, что Ли погибнет, я так полагаю. А еще Клементина пропала. Я не знаю, похитили ее или она сама убежала. Ну, после всего, что случилось в Кроуфорде, я уснул. Ну, то есть Ли. Ну, то есть я. Ее не оказалось. Помогать мне собрались Бен и Кристо с Амидом. Бен, видимо, потому что я его спас. И потому что она отзывалась о нем хорошо. Ну, я о Клементине. Отзывалась о нем как о друге. Поэтому Кристо, Амид, я и Бен отправляемся на поиски Клементины. Мы добрались до морга и выяснили, что это не Вернон. Так что будем искать Клементину. Надеюсь, мы ее спасем. Ну и закончим на этом эту игру. Ну что, поехали. По традиции, нам должны рассказать, что было ранее. Ну да, про родителей. Hey, there were some batteries in one of those boxes. Карли, here, давно тебя не видел. Точно, она же болтала в мотеле по рации, я помню. Look for my parents when we get there. They always stay in the same place when they go there. The Marsh house? Yes, that's it. Значит, она у Маршей. You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! Ой, это я помню, жестко было. Yeah, why? Clementine? Чака, мы тоже лишились. Вот она, зараза. Из-за тебя все. Clementine's gone. Wherever she is, I have to find her. I don't know how much time I've got. I'm gonna need your help to find her. Да, я группе рассказал, что меня укусили. Кристо, Амид. If this was me asking you for help, Кенни отказался, засранец. I need your help, please. I'm sorry, but you're on your own on this one. I swear. Ну ладно, его не меню. Фиг с ним. Мы так друг другу много чего хорошего сделали и плохого. Кто же этот незнакомец, а? Блин, интересно. Ну вот и поезд. Зачем нам его показывают? Зомби. Give her back, and nobody needs to get hurt. Ли, ты ведь узнал, что это не Вернон. Are you all right? Where are you? Нифига себе, сколько их тут. No, Ли. Where have you taken her? This isn't Vernon. Это последний разговор с предыдущей серии. А вот и окно морга, я так полагаю. Где мы сейчас? Can let her go. I want you to never hurt anybody again. This isn't a kidnapping, Ли. В смысле боль? Тогда что же это? Then what is it? A rescue. И кого же ты спасаешь, придурок? Клементину? Она будет целее с нашими ребятами. Хотя не знаю. Амид балбес, Бен вообще придурок. Лучше бы он ее не трогал. Это реально. This is bad, but we can deal with it together. We're going to need to hurry. Блин, надеюсь, ребята присмотрят за ней. Бен согласился искупить свою вину. Перед Клементиной, передо мной. How's that feeling? Хреново. Не знаю. Нормально. Fine. Не буду вам говорить. It wasn't a full chomp. No, it wasn't. We don't have a lot of time. Ну и? Ну нормально, там уже зомби бегут, а вы стоите. We're about to have a lot less. Ну и? Find a way out of here. А, я выход ищу. Сейчас, ребят, по-быстрому осмотрюсь, буквально пару секунд. Тут интересно, это же морг. Может быть, тут кто-то есть?
что может мне понадобиться в поисках Клементины. Да. Было бы слишком легко, если бы меня не укусили, ребят. О, стол можно обойти даже. Интересно, может они к поезду отправились? Это зачем им это? Может быть здесь выход? Нет, там выхода нет. Может тут? О, что это? Реберный расширитель. Но это, видимо, для трупов. И зачем он тебе? Ладно, пригодится. Может быть, дверь открыть? Хирургические инструменты. Тебе они не нужны? Отбиваться. Тоже выхода нет. А в той серии на доске было побольше написано. И в той предыдущей, когда я сюда только прибыл. Так, это что? Весы. Согласен. Ладно, переговорю по-быстрому с ребятами. Давай, Криста, ты самая у нас адекватная осталась. Ладно, убедила. Бен? Хорошо. Амит? Ты же мой самый веселый. Согласен. Поэтому надо валить отсюда. Да, ребят, давайте искать выход. Так, это у нас... Это у нас дверь. Постойте. Вот же выход. Как предсказуемо. Так, сможешь открыть? Мне кажется, я понял, зачем тебе расширитель для ребер. А пистолет-то нафига? Отлично. Ну давай. Ты им все будешь говорить, что собираешься делать? Ну давай, лифт у ребра подлатаем. Давай, Ли. Ты сможешь? Че, хреново совсем, да? Давай, дружу, не отключайся. Все. Поплыл. Да. Время на исходе. О, завязочка опять. Jesus, are you sure this will help? You got any better ideas? Okay, it's now or never. Вы что, совсем охренели? I'm awake. Stop! He's awake. He's awake. Тихо, блин. He's bitten. We still gotta do something. Вы что, придурки, что ли? Меня же давно укусили уже. We're trying to save him. At the very least, buy him some time. But this way, do we know it works? Of course not. Если я отрубился, значит, это фигня уже в крови. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah. If there's any chance this saves his life, we have to take it. Hey, I'm laying right here. Sorry. It's not really our call anymore. Ребят, давайте не будем рубить мне руку. Take off the arm. You don't die of blood loss. Well, maybe you won't die from the bite. Думаешь? Мне кажется, эта зараза уже проникла давно. Да нет, мы оставим ее. Да бесполезно рубить. А так я потеряю кровь еще и вырублюсь. Потом умру. Не знаю, не, лучше пускай остается. Да, все правильно, Ли. Да так и так умрет он. You guys keep an eye on that door. I'll work on getting us out of here. Lee? No. This is what we're doing, and I don't want to hear anything else, okay? Слава богу, я успел проснуться. Ты бы не отхреначили мне руку. Что, Бен? Давай не грусти. Жгут снять не хочешь? Ну что?
Что ты хочешь найти, Ли? Ты же уже нашел выход. Блин, хочу извиниться за всякие звуки. Сегодня очень ветреная погода, и поэтому мое окно дурит. Так что если будут какие-то звуки, когда будет страшно, не пугайтесь. Это окно. Опа. Ты сломал двери лифта? Красавчик Ли. И как бы я здесь без одной руки забрался, ребята? All right. Up we go. We're gonna have to go as quiet as possible and see if we can make it to an empty floor or even the roof. Sounds good. Хороший план. Автор сценария. Долго вы показываете титры? Титры в конце вон показывайте. Nice and quiet, everybody. Кстати, каждые титры. В конце каждых титров показывают благодарность собачкам, кошечкам. О, что там? Ли, ты хренов. Не знаю, как тебя назвать. Пугаешься всякой ерунде. О, жопа на весь экран. Как мило. О, привет. Надеюсь, не на меня, придурок. Давай, Ли. А выше ты не хочешь залезть? Блин, надеюсь, ты не вырубишься. Ли, не надо. Твою мать. Ногами зацепился, я видел. Ли! О, Бог! Ты жив? Get up! Давай, Ли. Ты чуть было не откинулся сейчас. Еще бы чуть-чуть и сорвался. О, я жив. Давай. Присуху подкачай. Давай, давай, Ли. Оп! Красава. Напоследок. Кубики себе сделал. Спасибо, ребят. Надо было меня с первым пустить. Чтобы, если что, меня ловили. Так. Добрый день. Я могу вам чем-нибудь помочь? О, как красиво-то. Сколько вас тут? Ладно, ребят, не буду вас беспокоить. У вас тут, видимо, пати. А вот и мы. Тут есть кто-нибудь? No help. Госпиталь. А вон часовня, да? Видимо, да. Бен, ты до сих пор подлагиваешь. Так. Кто-то даже букву не дописал. Those Crawford bastards did one thing right, I guess. Мне кажется, они пришли за нами. За поездом. Did they follow us here? Да, Бен. Seems like it, but that can't be, can it? That's crazy. Но они просто перлись. They just roam. Нужно убираться с этой крыши. We need to get off this roof as fast as we can. It's not safe down there. We can't just walk through the streets. You planning on growing some wings? Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Good. I. Сама сказала, сама решила. Я выпендривался. Буду шутить в этой серии. Showing off some acrobatic skills. Felt like a good time. Что еще, блин, делать после того, как укусили? Ничего не остается. Хорошо, я вас предупрежу. Начну я с Криста с тебя. Предупрежу тебя укусом в шею. Yeah. Good as I can be. А меду в ухо откушу. We need to get down there and find a scared little girl. Let's try to get our bearings. Согласен. Валим. А Бен куда? Эй, ребят, а чего вы разбежались? Нам надо собраться. Так, видимо, мне дают время поговорить со всеми. No help. Пойдет на прививку. Наверное. Так, ну давай полностью осмотримся. А после будем искать выход. Так, лестница.
That looks like Crawford Square over there. Ну, посмотри на горизонт. А, то же самое. Что там внизу? Yeah, if half the dead population of Georgia wasn't wandering the streets down there. Согласен. Спускаться здесь не самый лучший вариант. Кристи, ты как заметила, а? Сюда аж подбежала. Так, здесь нечего смотреть. Или вот это забрать на превьюшку. Блин, сколько красивых кадров. Бен, давай перетрем. See anything? There's a fire escape here, and that's about it. Что ж ты стал внимательней? Я думаю поговорить с тобой. Во-первых, я тебя спас. Во-вторых, ты пошел со мной. Я не знаю, может быть, в твоей голове что-то перещелкнуло, и ты стал правильным. Давай поговорим. Ты пошел со мной. You didn't think I would? It's like you said, Clementine has been my biggest, well, only real fan. I'd be a big piece of crap if I didn't. Ты прав, Бен. Все еще хочешь умереть? You still wanna die? I'm more afraid of getting someone else killed. Молодец. Я сделаю все, чтобы этого не произошло. Doesn't happen as well as I can. Thanks, including me. Getting bitten's not that bad. Really? No, it's a death sentence. It's horrible. Try not to worry about it. Ли, ты поддерживаешь мое настроение пошутить? Вон там колокольня. We might have some impact on all those walkers out there. But then we just run through the streets? I don't know. Бен, у тебя есть яйца? Самое время их показать. What do you think? Есть мысли? I think I'm staring down at my worst nightmare. Just a dusty haze of death. Try to keep your shit together. You need to get off this roof. Ладно, Бен, с тобой мы поговорили. Ну, теперь самое время вернуться к Бену. Пойдем, Ли. Нам надо осмотреться до конца. Следы ног. Ну да, видимо, он улетел вниз. А теперь ходит среди них. Лестница. Нам бы она пригодилась, чтобы перебраться на колокольню, правильно? Краска. Так, лестницу можно взять? Красавчик Ли. Давай закрасим стену. Нет, подожди, назад. Давай поговорим со всеми быстро. Не хочешь вернуться? Ах ты какой. Криста. Знаешь Криста? That's the church across the street from the mansion. River Street should be just beyond that. We need to head back that way. We'll stop off at the mansion, like you said, and make sure we didn't overlook anything. Yeah. Я тебе доверяю больше всего. I might have a way to clear the path. I can make it to that bell tower. I can draw the walkers down to that side of the hospital. There'll be thousands of them. It'll thin out the streets between here, the mansion, and River Street. Even if it's just for a few minutes. Хороший план, Ли. Так вот, я доверяю Клементину больше всего Кристи. Honestly, my vision isn't great. I think it's allergies or all that shit those walkers are kicking up. Она с ней с самого начала хорошо ладила. Аллергия? Это же смешно. People used to get those. I know, right? You never see anybody in an end of the world story with hay fever. Не, в натуре смешно. Not the time to get wistful. I know. It's this deal with Clem. В такие моменты не думаешь особо о своих болячках. Я Есть соображения по поводу толпы? Got any good ideas for getting through that herd? I'm working on it. Are you gonna be able to hang in there? I have to. Насчет колокольни? The mansion's that way. Yeah. If we can use that bell tower to bring them to that side of the hospital, it won't be an easy trip back toward River Street, but it wouldn't be impossible. I'm with you. Just have to get over there. Хорошо. Я думаю, стоит поговорить с тобой о том, чтобы могли не пойти со мной. I was thinking you and Omid wouldn't come. Вот и ветер. We look out for each other. We sure as hell weren't gonna let you go alone.
Not with that time bomb chewed into your wrist. You two have been solid since day one. What's this? Day three? Four? Well, I appreciate it. Definitely. That's the church across the street from the mansion. Okay. River Street should be just beyond that. Я немножко упустил. Куда вы хотите попасть? Он сказал про River Street? Или ты сам из головы это взял? Амит, ну теперь твоя очередь поговорить со мной. Ты там как? What's up over here? Bell Tower. That's what's up. Huh. Yeah. I could help. Думаешь? Амит. Hey. Так как ты с Кристой, я думаю, стоит с тобой тоже перетереть. Я думаю, Клементина останется с вами, если мы ее достанем. Просто не знаю, как обернется эта игра. Я не ожидал, что меня укусят. Я думал, будет хэппи-энд, мы останемся вдвоем. Я там буду воспитывать Клементину до конца своих дней. Оказывается, Ли в этом эпизоде просто умрет. Ладно. Как нога, Амит? It's doing a lot better. Thanks for going into Crawford for me. Even if it wasn't entirely for me. Ну, не совсем не ради тебя, да? Ты догадался. She's tough as hell. Isn't she? Yeah. Don't worry more than you should about her, okay? Я думаю, ты любимчик Клем. Я думал, любимчик Клем это Бен. Ну давай скажу. You know that? Really? Yeah, she's a big fan. You get away with shit I never would. We're getting her back, Lee. You know that, right? Yeah. When we get this fucker, we'll get out of sight and leave you with him. You get me? I get you. Типа я там с ним разберусь, как Рэмбо. If we can make it out to the... Be careful, though. Any sooner than you have to. Thanks. Так, прыгать не вариант ли? Это очень глупо. With the bell tower on this side of the hospital, and the mansion over there, that might be our way off this rooftop. I can make it to that bell tower. I can draw the walkers down to that side of the hospital. There'll be thousands of them. That'll thin out the streets between here, the mansion, and River Street. Even if it's just for a few minutes. Ты только что сказал абсолютно все то, о чем ты говорил ранее, Ли. Ладно, пойду вернусь за лестницей. Так. Дотянется хоть? Отлично. Блин. В реальной жизни я боюсь высоты. Could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses. Если что-то такое произошло, наверное, пришлось бы лезть. You shouldn't be the one to go. My leg's feeling better. Let me do it. I'll do it. Ты можешь грохнуться, Ли. We have to decide who takes a risk like this. It should be the guy who's got the least to lose. What's the worst that could happen? I get bitten again? So we're agreed then. Ли, опять ты без моего согласия. Как ты укушенный ублюдок. Блин, мне даже в игре жутко смотреть на это. О, ребята, вы хоть лестницу подержите, что ли? Ты ж не забежишь туда, тебе придется лезть. Так. Куда скорее? Держите лестницу, блин, придурки. Страшно же. Раз, два, три. Давай, Ли. У тебя ноги в ступеньке. О, супер. Давай, Ли. Прекрасно, блин. Да по-другому не скажешь. Чего вы не ловили лестницу, придурки? Спасибо, Амит. Капитан Очевидность. Так, за веревку я пока тянуть не буду. А вот и Люк. Эй, Люк, я твой Ли. Блин, закрыто. The exit in here's locked. Походу, ты в западне, Ли. A few solid rings of this, and there'll be thousands down below. Ну, в принципе, Ли, когда я был маленький и прыгал через гаражи, примерно через такое же расстояние я мог перепрыгнуть. Тебе тут недалеко, я думаю. Кого я обманываю, блин? Ладно, тяни. Что остается? Привыкать внимание.
Вот это пойдет на превьюшку. Отлично. They're coming this way. Tons of them. Jesus. Now get back here. Ну, с высоты. Ох, тут 2 человека, это метра 4 тут высоты. А еще в длину сколько лететь? I think I have to jump. There's no way back. Fuck, be careful. Так. Это не так далеко. Давай, сам себя успокой. Сейчас ногу подвернешь. Ты уже с ногой мучился, придурок. Fuck, man. I don't know if I can make it. You can do it! Спасибо. Оттуда-то проще орать. Давай, Ли, прыгай. Че остается? Ну, повредишь ногу, ну ладно. Тебе уже все равно. Конец. Давай, Ли. Оу, успел? Да. Красавчик. Ничего не сломал? Ничего не отбил? Nice. Спасибо. Now let's get the hell out of here. Хватит кланяться им, погнали. Отлично. Мы выиграли время. Здравствуйте. Ли, ты достаточно грубым стал. Тебе уже пофигу на все, да? Там еще кто в сарае. Кенни, ты что ли? Ты что? What the fuck? They fucked us. What? Who? Vernon. He didn't have Clem. So where the fuck is she? With someone else. Проблема на проблеме. Just Jesus. Wait. The cancer patients did this? Yeah, they were waiting. Tired of living underground, I guess. They kicked the shit out of me and tossed me in here. How you doing with everything happening there? We were going to cut it off, but Lee objected. We're all going to end up one of two ways. That's great that you can be tough about it, but how do you feel? Чувствую себя с переменным успехом. It comes in waves. I took a couple spills getting back here, so keep an eye on me. На всякий случай предупрежу. Кенни, не сильно тебе досталось. Рассекли немножко. Omid, can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open. Yeah. Блин, то что лодку угнали у вас. Everything is so fucked. Clementine is still out there. Так so что, we Кенни, get Clementine and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. Yeah, that seems like a good idea to me. Nobody asked you. You just did. Don't get так. Fucking smart with me, Ben. Chill. Соберитесь. Do you remember we had a boat? A boat! Everyone keep it together. Nothing has changed, has it? Nothing has changed? I mean immediately. We stay the course. Don't turn on each other. Давайте решим, когда все закончится. Когда мы найдем Клементину, тогда и будем решать, ладно? Я рассуждаю как логичный человек. И я не хочу, чтобы Кенни убил Бена. Я не знаю. Что значит мы? Мы будем жить за городом, я не знаю. Нас нет. Я все, я от группы отпадаю. Live as safe as you can, okay? Отлично. I agree with you. I think out in the country is the safest place to be. But you're not dead yet, so put a pin in that, okay? Ты сейчас только что сказал. Where the hell do you get off? I'm just saying, we should all chill. Not just you. Chill. Lee's bitten and God knows how long he has left. Clementine is who the fuck knows, and we're robbed of the only hope we've had. So, ты что, решил сорваться на нём? We should have left your ass in Crawford. We got enough problems. Fuck you, Kenny!
Кенни, прекрати. Stop. No, let him. I am so, so, so sorry about Katja and Duck. I am. And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead. No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse, and I don't know. So give me a fucking break! Oh, Ben, I'm... Oh, shit! Here they come! In the house! Бы насадил Кенни. Мне понравилось. Неплохая история получилась. Right? Все пробрались. Krista. Оружие. Search the house for weapons. On it. Kenny. Кенни, двигай мебель. Move anything you can up against the doors and windows. That's what I was thinking. Отлично. Бен. Убей все. Kill anything that gets in. You know you're talking to me, right? Ben, just do it! Твою мать, не ты выбрал. What is it? Амид просто охренел. О, понятно. Народ, помогите Амиду. Everyone, help Omid now! О, вот это, вот это. В принципе, пофигу, меня уже укусили. Ну давай, давай, Ли. Отлично, минус рука. Ли, help! Cut their fucking arms off! Без проблем. There's gotta be a knife or something in there. Да где же я его найду? Так, он должен быть в верхней полке. Наверняка где-то здесь. Да. Бинго. Я бы просто положил. Так. По-любому положил ножик. Так же, как здесь. Давай, пальчики остались. Оп. Фух. Амид, ты красавчик. Тише, нужно спрятаться. Everybody. Не привлекать внимание. Правильно? Правильно. He's right. This place is secure. We're patient, and then we get going. Воу. Ладно. Беру свои слова обратно. Get upstairs! Go! Опа. Это же Бри. А ты-то как сюда забралась? Капец. Что мы наверху будем делать? Хорошо, давай сдвинем. Давай, 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 Ли. Давай. Я так и не договорил про Кристо. Я сказал ей, чтобы она с Клементиной уехала за город. Но это неплохо, я согласен. Эй, а нас не хотите взять с собой? Да, в смысле сразимся, поставили бы рядом с лестницей его. Да их там до хренища. Три патрона, пять патронов. Прекрасно. Ну, видимо, ничего не остается, кроме как пострелять. А у них ума-то хватит подняться? Хватило. Раз. И этот мой. И этот мой. Офигеть. Ну, понеслась, ребята. Все, у меня кончились патроны. I'm out! Me too! Fuck! Where do we go? Всё, под конец. Up! Куда? На чердак? Да. Go! Хорошо, это отличная идея. Да ну и хрен с ним. Все, отлично. На время можно затаиться тут. Here, I'm not good with these. You dropped it down there. Хорошо, Бен. That could have gone better. Everyone okay? Lee still bitten. Shut up. Да хорош, Кенни. Не нагнетай. Let's get out of here and keep moving. Kid's right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. Where we're going out through this window. No latches, no roof access, and 30 feet straight down.
Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Ты все про историю. Need? Krista. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions, not stupid jokes. I'm sorry. Ладно, не ругайтесь. So, no ideas then. Должен быть другой выход. Check the floor for any other access, a vent, anything. Or we wait for the house to clear out and stick to the high ground. Whoa, Lee, you okay? Yeah, yeah, I'm gonna have to just... Полежать. Просто чуть-чуть полежать. Только не отрубайте мне руку, ребят. По-братски. Ли? Клементин. Lee, get up! Клементин, поговори со мной. Did you hear that? Yeah, I did. What did that mean? She's at the hotel, where her parents were staying. He hasn't moved her. Yet. Yeah. Yet. We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our urgency. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay, now your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. I don't get it. I do. Ищите выход, ребята. Like I said, everyone needs to keep looking for a way out, damn it. We're trapped in here. How long you think we have? What? I don't know. We should have made you take it off. Well, you didn't. And it's too late now. I think we need to have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill. При мне, Кенни. Look, we could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? It don't matter. He looks fine to me. Ладно, что ты хочешь сделать, Кенни? Just talk about it. Does that conversation end with me getting something dropped on my head? Now, hey! Guys, I don't know what happened before Omid and I showed up, but we can cross this bridge when we get to it. Lee, I'm not advocating anything here, but how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. Большое спасибо. I got you looking out for me, for Clem. This is just fucking great. Relax, Lee. This is getting out of hand. You're gonna listen to me. We will get Clementine back, with or without you, because I haven't given up everything to die because we were stupid. Ты меня не тронешь, понял? You're not touching me. Do you understand that? Сейчас второй глаз подобью. What to do if I turn and that's enough. Do you hear me? You might become one of them. You understand that? How can you be fucking calm about that? Так следи за мной, все. Куда? Выпустил пар, урод. You ruined that dude's face. Shut up, sweetie. Look. Мне предложили схватить эту хрень, но я не стал. И думал, Кенни меня сейчас шибанет. No, this mansion butts up against the one next door. I'll be damned. We're not lifers on Alcatraz here. We can't spend the next 3 months digging through a wall. If the rest is as dilapidated as this, we might not have to. Let's see. Деревянная. А, то есть я мог взять, пока там болтали. Yeah, we can do this. Okay. We'll work in shifts. Omid, Krista and I. Lee, you rest. We have to work fast. Спасибо, ребят. Ладно, Кенни, извини. Sorry. Me too. I get it. Go sit down. Надеюсь, мы друг друга поняли. Нам надо было еще в поезде поорать друг на друга. I'm glad you told us when you got bitten. It would have been easy not to. Yeah. Well. We probably would have let you go alone if you hadn't told us, which would have been a mistake. If I were you, I would have been scared shitless. Но ты, слава богу, не на моем месте. Я сейчас напуган. And when it happened? I panicked, but now I feel it inside me, like the day before you get the flu. It's horrible. Wish you would have taken it off.
I don't think it matters much now. I'm losing a lot of feeling in it. Really? Yeah, it's hot, like when you break a bone. But tingly, like it's asleep. So when we get this guy, what do you think? Не знаю, Мит. Я укушу его. Мы убедимся, что он не сделает этого больше. Это неправильно, просто взять и забрать человека. Значит, он конченый. The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I'm bitten, Krista. We all know that's a wrap. There's gotta be something. Да нету лекарства. Я хочу, чтобы вы позаботились о ней. Да. Этого я честно хочу. Stop. I'm serious. She'd be safe and relatively happy with you two. We're not doing this right now. Krista, listen to him. It's what I want, okay? What about him? Это правильно. Бен. Мы должны его поддержать. We gotta support him. He's only a kid still. It's easy to forget that. He loses shit like that often? No. Первый раз так. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. Кенни ужасно относился к нему. Kenny's been horrible to her. He blames Ben for his family's death. It's just more complicated than that. Well, наверное, вы не знаете всей истории. Whatever that's good for. All right, I'm out of gas. You look good and rested. Sure, if you don't count an infected leg. You want me to do it? Nah, hon, you can hop in after me. Должно вам заставлять девушку это делать. Что, походу, мы все поговорим, да? It's good we're forced to take a breath. I still can't believe you went and got chomped. Just fucking hell. At least he told us. Took some brass. I don't think I would've. Что-то. How are you? I don't know how to answer that. I'm sorry. Давай, не отчаивайся. You've lost more than anyone. Все будет хорошо. Well, as much as anyone. It'll be all right, kid. Why are you acting like what's happened ain't happened? Anyway, I appreciate it from both of you. A lot of us have lost families. На этом чердаке у нас минутка исповеди. Может, теперь тебе стоит отстать от него? I'm angry as hell. Прекращай. Maybe not. You heard him outside. Спасибо. Кенни. Never really thought about it that way. Надеюсь, ты теперь поймешь. Что там? Бухлишка? This guy tell you much about what we've been through? Bits and pieces. Before y'all, we had this woman, Lily, with us. Lord knows where she is now. Anyway, we had to make some tough calls with her dad. She came between Lee and I pretty good. And I spent a lot of nights hating this guy's guts. Вы решили поговорить обо всем, да? Эй, ты все еще ублюдок. He's still a bastard, you know, kid? Been hearing that my whole life, Doc. Well, cheers. Ладно, давай. Хрен с ним. Ничего уже не исправить. Ну, Криста, это твой выбор. Не будешь? Ну и не хочешь, как хочешь. Эй. Нифига себе. Кенни попутал, да? I'm through. О, так там пробраться можно. No walkers. Красавчик. Things are looking up. Бен, ты там как? Everyone keep a goddamn eye out. Хорошо. Что там, Ли? This place seems pretty sealed off. Well. О.
Неожиданно. Вы застрелились, ребята. Но были до конца вместе. И Амид с Кристи сразу обниматься. Да. Они выбрали самый простой путь. Давайте двигаться дальше. Let's keep moving. Gotta go. Yeah. We've seen so many people. I don't know why these ones break my heart. What's heartbreaking is not giving yourself a chance. Давайте, соберитесь, ребят. Мне жаль. Jesus. I'm sorry, kid. She left me. A son. People that care about us. I forgive her, but it don't make it any less wrong. You don't just end it because it's hard. You stick it out, and you help the folks you care about. So let's figure a way out of here and get that little girl. Красавчик. We should move. Yeah. Got at least one shot left. Один патрон. Let's clear the room before we move on. Lee, figure out where we're headed. А на этой достаточно интересной нотке я хочу закончить эту серию сегодня. Продолжим в следующей серии. Наверное, этот эпизод будет не такой длинный, как предыдущий. Но на события он достаточно такой уже весомый. Наверное, весомым и останется. Что ж, подписывайтесь, ждите новое видео. И всем пока!